Замечательная погода в Уфе и замечательное настроение у всех, кто подтягивается к Уфа-арене, потому что здесь сегодня состоится очень интересный предсезонный матч «Салават Юлаев» в рамках «Фонбет Кубка Республики Башкортостан» принимает магнитогорский «Металлург». Мог первый игрок принимать, мог второй. Обратно на Хабарова идет пас. Мухаметов скинул и бросок издалека. Данила Юров. Его попытка очередная. Матвей Гуськов. Скорость сбросил. Мягкая передача и бросок. Алексей Василевский, недолго думая, замахнулся, зарядил. А сейчас еще и попал. 1-0. Салават Юлаев выходит вперед. Любопытно посмотреть, что там было перед воротами или нет. Так вот казалось, что вроде как трафика нет. Но у Василевского бросок-то очень хороший, в общем-то. Кстати, очень важно для него. Вернулся в команду. Второй матч всего. Да, здесь, конечно. И вот Гуськов. Очень важно, что он не стоял, а проезжал. Ну, кстати, Агирчук подстроился под нее. Тут подстроился. Если бы ему дали... Оп, момент классный у Агирчука опять же был. А если бы дали ему в крюк, так там уже опасный момент был бы. Все так. Очень много таких «если бы» по ходу каждого матча. Как обычно тренеры говорят, мы над этим компонентом еще не работали. Еще бы руками довернул сейчас Данил Башкиров, и было бы очень красиво. Опасно может получиться. Бросок. Ежов отбивает дважды. И останавливает игру. Хорошую позицию Ежов занял. И сложно было. Здорово. Центр. Добивание. Еще одно. И это гол. Никита Михайлис. 1-1. Ну, сейчас разобрались, здорово, Металлург. Другой вопрос, что, ну, а как интересно уфимцы хотели? Три удаления подряд, и они думали, что Металлург не реализует? Ну, ребят, так игры не выигрываются. Какая работа будет проведена, и как они выйдут на третий период? Ой, ну, что-то совсем прям. Потеря Салавата, это гол. Ну, и себе. Это Роман Канцеров. 2-1. Браво. Ну, так вот, конечно, если так... Самые опытные защитники будут так привозить. Науменков, конечно, отличился, прям скажем. Но Канцеров молодец, мы его отмечали в предыдущей смене. Я думаю, если вдруг... Так, момент. Это Ефремов на неудобную, это гол! 2-2! Ну, вот сейчас очень важная шайба для уфимцев. Потому что так период плохо играли и... 0-2 проигрывать период, это совсем не здорово. Но тут, надо сказать, мне кажется, Металлург уже в раздевалку ушел. Их уже здесь не было на льду. Как-то так вообще внимание на Ефремова не обратили. Конечно, Зернов там ногами надо дорабатывать, а вот там клюшечкой, вот этот моментик, раз, оп, извините. Так. Роденпресс выбирается. За ворот теряет шайбу Шаров. Пауза. Отличная передача. Бросок. Гол! Вячеслав Лещенко забивает и выводит Салават Юлаев вперед. 3-2. Надо же. Вообще нелогичное развитие событий. Вот так вот смотришь. Ну просто непонятно, как это происходит. Вот вроде так смотришь, ошибаются опытнейшие игроки. Здесь Науменков привез. Здесь пресс привез, капитан команды. Ну... Я, конечно, понимаю теорию Виталия Магранова, что это опытные игроки, им пока не нужно включаться по полной, но не настолько же. Но я бы тут немножко другую теорию притянул. Так. Магнитогорские болельщики знакомятся с игрой Робина Пресса. Бабенко обокрал Гололобова. Наверное, посмотрел. О, это мой клиент. С этим я разберусь. И вот момент, не забивает Бабенко, а потом добавляет, и это гол с 4-2. Очень важная для молодого парня шайба. И, правда, не с первого раза, но все равно. Ну, слушай, он сделал эту атаку, в принципе. Вот, да, с какой стороны повернуть? Наоборот, не выключился, доработал. Да я говорю, он ее сделал, он здорово сыграл. И в начале эпизода, и в конце. Кузьмин тоже завелся по последним сменам, это было видно, он прям добавлял, да, брал игру Кузьмин на себя. Согласен. Но
вот это, конечно, я скажу, Бабенко так для молодого игрока доработать на пятаке до конца сыграть просто здорово. Просто здорово. Лещенко, скрытая передача прямо в клюшку Шмелеву через пятак, да даже через вратарскую. Это уж слишком. Или нет? Лещенко, Науменко, в гол. 5-2. Ну, Науменко реабилитировался. А мне такое впечатление, что они вот, смотри, через него играли несколько раз. Может, они специально хотели ему дать забить, чтобы почувствовать. Ну, с другой стороны, так. Броски-то хорошие у него, конечно. Пытался заблокировать Данила Полевко, но мимо него прошла эта шайба. Правда, он как-то так пытался заблокировать. И уфимцы набирают первые очки на домашнем турнире. А Металлург мог выйти сегодня на первую строчку, но не получилось. Победа Магнитогорцев была накануне, а сегодня успех Салавата Юлаева.